Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым святым. Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самоплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной, растения в катках высохли, книги, ковры, картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз, летом 2014 года, здесь была Даша. Когда в Самаре власть перешла к совдепу, и большинство врачей отказались работать с собачьими и рачьими депутатами, Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клистирами. «Все дело в кишке», — говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее пенсне. За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа, безусловный и поголовный клистир. На Рощино разговор за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной 1 ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседал с большевиками Саблин. Рощин знал его по Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, черт его там разберет, в длинной шинели, с винтовкой, перебегающего за липами, того самого, воспетого Пушкиным Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. Предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя – вот значит, за что вы деретесь, господин Саблин. Нижним чинам этой сапатой сволочи еще простить можно, но вам? Рощин сам лег за пулеметом в окопчике на углу Малой Никитской в молочной лавке Чичкина. И когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту с Рощина сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя.